я Александр Пикуленко, и сегодня представляю вам очень интересный проект, реплику автомобиля, который участвовал в марафоне Лондон-Мехико в далеком 1970 году. Автомобиль экипажа Юрия Ивановича Лисовского, Потапчика, Маженова. Машина восстанавливалась полностью по тем требованиям, которые были в те далекие времена. И кузовная мануфактура Александра Бушуева, по-моему, сделала огромную работу. Причем машина получилась даже лучше, чем та, которая в свое время вышла с завода. Потому что современные материалы, современные технологии позволили сделать его попрочнее, понадежнее, поинтереснее. Машина ездовая, с двигателем те же самые 80 лошадиных сил и в состоянии ехать с теми же, в тех же режимах, как и было на том марафоне. Причем можно ехать, не задумываясь о том, что там под колесами. В общем-то, так же, как нам все равно, что аргентинская пампа, что перуанские дороги, мы везде в состоянии с москвичом проехать.